была в студии Вахтанга. Это самое, что запомнилось мне. И потом, конечно, мне запомнились сами съемки. То есть я не хотела уходить с этого красного дивана просто со сцены, потому что мне там очень понравилось. Я очень люблю читать. Читаю я в основном фантастику. Недавно я прочитала серию книг Натальи Щерба «Часодеи». Она мне очень нравится. Сама фантастика, сам жанр этих книг мне очень нравится. Еще я люблю рисовать. Рисую я для себя, ни в какую школу не хожу. Вот, рисую для себя. Ну, а также я люблю кататься очень на велосипеде летом. Второй день мне все ходят, поздравляют. Некоторые из других классов тоже. Вот. А еще, когда я хожу с рюкзаком, иногда, когда мало уроков, я хожу с этим же рюкзаком. И по этому рюкзаку меня сразу вычисляют. Вот. И тоже все подходят, поздравляют. Я пыталась много раз найти себя в другом жанре, но это просто ломало мне голос. И мне даже один раз солистка казачьего кубанского хора, она была в жюри, и когда она услышала, что я еще пою эстрадное, она мне просто запретила петь, потому что идет расщепление голоса, и звук просто стирается. То есть я не смогу ни эстрадный, ни народный, ни джазовый, ничего спеть. Как ты вообще настраиваешь себя, чтобы вот выйти и поразить всех? У меня только один секрет, который я всегда этим способом поддерживаю свой голос. Каждый раз перед выступлением я полоскаю горло. Мама мне заваривает анис. И я отваром этим полоскаю горло. И, во-первых, и даже если я заболела там перед выступлением, мне мама дает постоянно анис, я полоскаю, и мне как бы это помогает. Ну, мне, во-первых, очень нравится Варвара Висбор. Это певица тоже. Ну и в некотором плане Пелагея. А вообще мне очень нравится Людмила Зыкина, но ее уже нет, поэтому я как бы продолжаю слушать ее песни. А вообще, если честно, я слушаю не русский, слушать и петь, исполнять — это совсем разные вещи. Пою я русские народные песни, а слушаю я зарубежные, русские, эстраду, что-то такое. Спасибо.